Всем привет, с вами Андрей, и сегодня у нас на обзоре будет набор от компании Modelist, немецкий легкий танк Т1Ф. Брал его примерно за 450 рублей. Масштаб данной модели, данного набора 1:35, артикул 303-518, детали 299. Высота, тут на коробке написано 59 мм. Длина 125 мм. Набор от компании Modelist я покупал впервые, поэтому мне интересно посмотреть, что внутри, как создана инструкция, качество литников и вообще состав данных наборов. Так что посмотрим, мне очень самому интересно. Сейчас скажу небольшую справку о данном танке. Кому не интересно, оставлю тайм-код ниже в описании. Там будет обзор и распаковка, что внутри. О данном танке. Это немецкий легкий танк, полное название Panzerkampfwagen 1 версия F. Считался модификацией как раз танка первого, который идет, Panzerkampfwagen 1, но на самом деле это вышел новый полноценный танк и, ну, как бы считался новым полноценным танком, но получил версию как F. Был разработан в 1938-1939 году, предполагался тяжелым штурмовым танком, он как больше пехотным идет, для штурма укреплений. В 1942 году было выпущено 30 единиц, в 1943 использовался в военных действиях, в основном это было противопартизанские операции на Восточном фронте и в Югославии. На данный момент осталось всего 2 единицы, которые можно посмотреть в музеях. Один музей – это бронетанковый музей в Кубинке, второй – в Сербии, в военном музее в Белграде. Экипаж данной машины состоял из 2 людей, 2 человека. Вес машины – 21 тонна, тип брони была стальная катанная, и толщина варьировалась от 60 до 80 мм, положена под разными углами. Тут видно то, что углы разные. Следовательно, приведенная броня была, ну, больше. В маске орудия дополнительно 80 мм. Ну, корма была там 30 мм, если я не ошибаюсь, а дно машины там 20 мм. На этом, наверное, все. Давайте сейчас откроем коробку и посмотрим, что внутри. Так, что у нас тут есть? Так, упакованные. Никали и инструкция. Так, коробку я уберу. Так, вот как раз есть описание о данной модели. Небольшая информация, которую можно прочитать. Вот как раз лобовая броня 80 мм, вес 21 тонна. Вот как раз Германия, 42 год. То есть можно почитать, кому интересно, тут более подробно, где использовалось, какие батальоны. Вот, давайте посмотрим дальше. Схема окраски. Как раз вот 4 разные дивизии. Югославия, Восточный фронт. Схема окраски. Так, ну, кстати, очень подробно сделана схема сборки. Даже с фотографиями. Ну, схема размещения деталей на литниках. Гусеницы, видимо, будут сборны. Ну, декали как декали. Как раз вот 4 дивизий. Так, давайте посмотрим на литники. Ну, на самом деле, отлито очень хорошо. Не вижу таких прям дефектов. Ну, в принципе, есть вот они небольшие кусочки, но они не особо влияют. Ну, вот, да, лопата немножко. Тут, в принципе, подровнять можешь. Дно ровное. И достаточно подробно все сделано. Детализация хорошая. Один был. Да, хорошая детализация. Не вижу прям таких грубых. Ну вот видно то, что на ровных, но я думаю, это не сильно заметно будет. Ну, хотя нет, вот боковой сейчас. Так, да. Видно такие небольшие, как от отливки волны. Так,
Маска орудия, видимо, откуда-то да, вот отвалилась. Так. Очень много мелких деталей. Ну, как мелких, таких средних. Ну, на самом деле, детализация качества очень хорошая. Очень порадовал данный набор от этой компании. Ну да, вот есть небольшие, как бы. Сейчас посмотрю, чтобы получше видно было. Еще одна деталь. А, нет, это просто огрызок какой-то. Вот. Всего тут 4 литника, инструкция и бумажка с декалями. На этом все. Сборка будет в отдельных видео, в одном или двух, не знаю. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, кто брал данный набор, что думаете о данном наборе, о данном танке. Всем спасибо, всем пока.